В Москве пройдет фестиваль «Масленица». Центральных площадок в этом году будет 3. В парке Горького, на площади Революции и Тверской площади. Еще 20 разместят в разных округах столицы. В парке имени Горького посетители смогут бесплатно попробовать более 50 видов блинов – дальневосточные, по-донецки, а также мордовские початы, удмуртские табани и другие. Будут и оригинальные варианты – сырные, свекольные, шпинатные, тыквенные, безглютеновые или на альтернативном молоке. Кроме того, в парке Горького на площади Революции и Тверской площади пройдут мастер-классы для детей по кулинарии, гончарному, столярному делу и мозаике. Также будет работать лавка ремесленника, студия масленичных игрушек, мастерские росписи и народных инструментов. Регистрация на мероприятие не нужна. Пройти везде можно по живой очереди. Расписание всех площадок и мастер-классов можно посмотреть по ссылке в описании.